Всем привет, ребят. Мы на аккаунте моего подписчика Сида. У нас все тот же коллекционер, очень веселый, очень интересный. Аккаунт донатный, 105 тысяч силы. Под 100к доната уже есть. Вот так вот. Молодой, развивающийся. Может скоро выйдет в топ. Находится в гильдии Гарант. Пропуск БГК, босс 5, 21.00. 3 20.00, атака фортов 20.00, welcome. Вот так вот, первые и вторые места, кидайте заявочки, вступайте. Окей, смотрим аккаунт, интересно, что у него есть, чего нету. Такс, на кроссовер, вольт, заклинательница, седна, ПБшка. Ну, неплохо, неплохо. Для такого доната, для начала, в принципе, очень-очень даже неплохо. Так, что у него тут интересного есть? Самики заныкал от нас. Мы к ним тоже доберемся. Так, выживание ремка уже есть. Отлично. Ну, герои есть. Хорошо, поехали смотреть его алтарь. Злобный алтарь злобного доната. Так, ну блин, неплохо. Очень даже неплохо. Наверное, думаю, уже шестые. Должен как минимум фармить тыковка с берсом. Так, Рино такой. Плюс-минус очень даже неплохо. Конечно, ремок он натыкал не тем, кому надо. Но вряд ли они так выпали с пятыми ремками, но ладно. Так, хорошо. Хорошо. Поехали. Такой вот коллекционер. Он не видел. В принципе, сколько сегодня роли у укротителя еще не упал никому, кроме меня, конечно, на основе. Поехали. Поехали, попробуем этот шанс. Может, повезет, а может и нет. Let's go. И сразу имба. Ну да, сразу. Студеный упал. Так, ну, удиви. Уже три слизня собрали. Ведьма. Фрея, ну просто так вот. Раздают героев донатам. Ниндзя. Ладракула. Даже Бугимена выбили, ребят. Ну вот так вот. За пару кликов уже был у нас такой же аккаунт, не помню, честно говоря, название. Сегодня на роллинге то же самое. Фрейя, Бугимена и прочее. И я сейчас больше чем уверен, что дальше будет еще веселей. Бугика, по-моему, у него нету. Поэтому поздравляю с Буги. В любом случае, поехали дальше. Рино. Арташка, Купидон. Ему, в принципе, и повторки нужны. Так, как аккаунт молодой. Вы, как видите, и я друид. Нифига себе сыпет. Остановитесь. Давайте до 20к. Так, душегуб снова. Химера. Студеный. Так, аж музыка перестала играть. Ну вы чё? Она перестала играть. Валентина. Еще ведьма. Ну, смотрите, рыцари падают. Какой-то читерный аккаунт. 100%. Просто читер, ребята. Бугимен, Махатма, Фрея. Вот так вот. Офигеть. Просто офигеть. Махатма, блин, малыша Ника надо еще достать. Сура, ПБшка. Короче, поехали. Поехали, брать, сбегаем. Отдохнем. Жестко, конечно.
падало бы так без доната за столько самых. Я, в принципе, некоторым без донатом тоже так же падает. Ты посмотрите, что делается, ну просто какие-то читерные герои, как они ускорились. Это просто жесть. Рай без эволюции, если посливали там со второй авы, по-моему, героя. Так. Ну, поехали. Мне уже, честно говоря, страшно. Аладдин. Седна недостающая. Да ладно. Триант. Просто какой-то страшный, мега страшный ролик. Тыква, тыква, медуза. Студенистый. Еще ведьма. И чик. И еще побашка и кенди. Но я не знаю, что на это сказать. Просто не знаю. Посмотрите, что у нас получилось. Это просто жесть. Седну выбили. Повелителя бури выбили. Махатму выбили. Бугимена выбили. Ну просто какой-то мега трэш начался. Офигеть. Просто офигеть. Ну я еще в рейд сбегаю, что ли. Да, вот ради таких роллингов и стоит ролить. Хоть не все так печально на русском сервере. Да, не ожидал я этого роллинга. И по сути мы потратили 35к. Может чуть-чуть больше. Это просто жесть. Давайте еще дедушку надо собрать. Так, друид это не дед, рыцарь. Ну все, начали, короче, нам падать. Все, вот смотрите, 40к мы уже собрали. Ему пакт. Атлант. Вот как падает на молодых аккаунтах. Хотя и были сегодня такие же аккаунты, но посмотрите. Просто куча чумовых героев выбили, блин. Еще одна седна. Паладин, Химера. Влад Дракула, почему бы и нет. Леди Лео. Сейчас по-любому еще одна имба упадет. И... Ну, Ангел тоже имба. Так. Это просто жесть, ребят. Смотрим. Я в шоке. Бугимен. А, у него максимум мест. Ну, в общем, сам пораспаковывает. Две седны, Фрея, Бугимен, Махатма, Повелитель Бури. Ну, просто какой-то трэш. Слизней собрали. А, он Укротителя уже даже собрал сам. Вот только Деда Мороза не хватает. Для полного счастья. Но я думаю, это не беда для него. Реально круто. Собрать. Вот сейчас посмотрим, что он там ролил сегодня себе. А, в принципе, ничего такого и не ролил. Странно. В общем, вот так вот, ребят. Просто огонь. Это он позабирает потом. Я не буду сейчас заморачиваться с алтарем. В принципе... Или давайте заморочимся, что нам все равно есть кого сливать. Заберем, пооткрываем хотя бы плюшки некоторые, интересно посмотреть. Нападало, конечно, от души. Хороший коллекционер, ну скажем так, коллекционер не очень, а вот людям хотя бы более-менее, конечно, упало. Потому что были коллекционеры, где была полная печаль. Желание пропадало ролить. Так. Получить все. Отличненько.
Let's go использовать. Малышник недостающий. Просто жесть. Жесть, жестянка. Ну такого, блин, трешечка, такой трешечок бывает там раз на пару недель. Что так падает все. Просто огонь. Еще и грубая сила. Офигеть. Я уже не знаю. Короче, ты мне, Сид, ты мне будешь должен за такой роллинг. Это просто жесть. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, я побежал дальше. Всем удачи, всем пока.